привет! С вами Сашка Япончик. И сегодня у меня обычный график. Вот я сегодня работаю с 9 утра примерно до 5 вечера. В основном это будет с порта на завод, разгрузить и обратно в порт. Пока еду на работу, сейчас немножко расскажу о себе. Я в Японии всего живу 6 лет, из них 5 лет работаю на фуре. До этого на фурах, вообще на грузовиках, я никогда не работал, опыта с этим не имел. В общем, все в Японии меня научили. На русском языке терминологии много, я не знаю как. Поэтому, если что, вы в комментариях подсказывайте. По механической части тоже я практически нифига не знаю. У нас всегда, если что-то ломается, мы сразу же звоним начальству, и они там уже сами все решают. Вот моя фура. Я приехал на работу, теперь пересаживаюсь. Доброе утро, дорогая. Теперь мне надо доехать до диспетчера, взять листик, на котором будет написано, куда конкретно, какой конкретно контейнер я беру и на какой завод еду. Вот, этот прицеп с таким двигателем, это мы сюда можем цеплять рефрижераторные контейнера и подключать его к этому двигателю, и рев будет крутить постоянно, работать. Ребята, если я не ошибаюсь, это значит ручник красный идет. Это электричество. Ну, эти фонари там, поворотники. Это просто тормоз идет. Это документы на контейнер. И вот эта вот херня, это АБС. На тормоза. Ее мы иногда не подключаем. Сейчас я вызову на всякий случай этого своего оператора, скажу, что я прицепил контейнер и еду на завод. Охайо гозамасу, нихан дозо. Но он мне не отвечает. О, отвечает. Охай гузамас. Кванжицу мой, юрошку нагайшмас. Року джуна на бан, кара шаши, цена иде, сумиоши, икимас. Дозу. Рёкай дес, аригато гузамас. Все, связалось-то. Ага, это не меня, короче, называют. Все, сказал, что это... Едь осторожненько, Сашка. Будь осторожней. Люби свою работу, машину. И дай бог тебе много подписчиков, говорит. Вот. Японский воронок по-нашему. Грузят этот контейнер. И потом пустой уже поеду сдавать в порт его. Вот в таком режиме работа. Вон там фуры стоят, разгружаются. Встать тут негде. Ага, вон мне машет уже. Ну вот, я подъехал на завод. Сейчас жду. Сейчас вот эти две фуры, одна из них разгрузится. Вот уже, походу, дедушка разгрузился. Сейчас он выйдет, и я туда заезжаю к платформе. Меня разгрузят. И потом поеду обратно в порт. Крылья называют. У него открываются крылья, вот эти
по бокам, и еще и сзади двери есть. С двух сторон эти крылья открываются, и для разгрузки, погрузки очень удобно. Вот. Приеду в порт сдавать этот пустой контейнер. Я подъезжаю в порт, заезжаю, сейчас посмотрим, есть ли очередь. Есть очередь небольшая, я уже вижу. И буду сдавать контейнер в порт. У них был обеденный перерыв. Перерыв закончился. Теперь мы проверяем контейнер. Проверим контейнер и заезжаем сразу в порт. Вот здесь такой автомат, куда надо засовывать. EIR называется эта бумажка, документ на контейнер. Вот, сюда я засовываю. Закрываю, нажимаю. А там ребята проверяют уже мой контейнер. Если контейнер какой-то грязный или что-то в этом роде, звонит туда вот этот вот телефон. И они тут говорят, что свяжитесь там со своим оператором, скажите ему, что там контейнер грязный. Ну или там какой-то, не знаю, ударенный может, или еще что-то. О, вот что-то случилось. Маша. Хай, хай, Маша. Мизо райка каримас диска, не? На нига йогуре диска? Контейнер грязный, сказали. Свяжитесь. И мы вам позвоним, в общем. В общем, контейнер они не приняли. Значит, мне теперь надо встать вот туда, вот на эту парковочку ихнюю, связаться со своим оператором и сказать, что контейнер грязный, его не приняли. Потом он связывается с этим заводом. Завод платит деньги за то, чтобы помыли контейнер в порту здесь. В общем, но это все равно это не мои проблемы, я только должен стоять и ждать. Ну все, связались с заводом, все, пропустили этот контейнер. Теперь я еду его отцеплять. Рёкадис. Вот он мне сказал, с какого терминала. Посмотри, в расписании говорит, какой контейнер. Да, кстати, рефрижератор нужно цеплять. Пустой. Поехали с 13-го терминала. Двигатель этот. Так, и где его подключать, хрен его знает. Ребята. Блять, наверное, там где-то.
Где оно? А, вон оно. Подсоединяем. Вот как-то, чтобы оно безопасненько было. Так, и как его тут закрепить, не знаю. Тогда мы делаем по-другому. Опа. Более-менее безопасно. Безопаснее, чем было, блядь. Ну, короче, как-то так. Так, надо его включить, завести. Балалайку, блядь. Где она тут заводится? Походу так, короче. Надо поставить в платформе контейнер и отцепиться. Препятствия у нас есть. Цепляем контейнер. Сказал номер 3. Это, что это? Вот этот оранжевый контейнер. А, он открытый уже. Вот они его проветривали. Здесь судно РОРО стоит. Вот машиновоз. Машины гоняют.
сразу разблокирую контейнер, потому что терминал рядом находится. Короче, сухой контейнер. Да, здесь тоже разблокирую. Немножко влага есть большая. Вроде нормально, ребят. Не знаю. Посмотрим. Вот такой вот погрузчик грузит контейнера, значит, по 30, до 30 тонн примерно, вот он может поднять. У него еще этот стрела выдвигается вперед. В общем, очень удобный такой погрузчик. А мы поехали в терминал. Ну все, ребята, вот я встал в очередь сразу же. Значит, отстаю в этой очереди примерно час, очередь где-то на час. Ну и после этого я закончил работу на сегодня. Ставьте этот палец вверх, это безопасно, я проверял все, 100%. Я не вру вам. Вот. И так буду снимать потихоньку. Всем добра, всего хорошего, всем пока.